американский боксер. Вот вы его видите. А вот Андрей Курнявка. Весовой категории выступали великолепные боксеры, прославившие наш бокс в мире. Это Валерий Потенченко и Геннадий Шатков. У Андрея Курнявки это первый бой на этом чемпионате. Он чемпион Союза этого года. Очень волевой боксер. Несколько, правда, приболевлены. Ну, это уже манера, стиль боксера. Есть две точки зрения, и вот и они оправдываются. Некоторые тренеры считают, вот как удобно боксеру действовать. Ключи, нужно ли его тренировать. Должен все время совершенствовать, что-то изменять, прибавлять, или считать, что это более правильная позиция.
считаю, судья допустил большую ошибку. Но бой все равно будет прекращен. Потому что американский боксер еле-еле он шатается и, в принципе, все. Нашему счету? Это совершенно удивительно. Вот это оборот, который я никак не ожидал. Что это, неквалифицированный судья? Американскому боксеру, мне кажется, уже не хочется сражаться на ринге. Он пропускает эти удары, ведь у него подкашиваются колени. Это какой-то кровожадный судья. Или меня извините, национальность, но вместе с тем, я не вижу целесообразности. Они обвиняются, между прочим, удары. И Курнявка получил очень сильный удар. Да. Все могло быть по-другому. Защита. Вот что значит защита. Защита не только средство избежать удара. Ее задача также разбить замысел соперника, вывести его из равновесия, раскрыть его, изменить его привычную для него дистанцию, заставить промахнуться. Самое главное, боксер, который хорошо защищается, имеет возможность действовать активно. Третий раунд. Очень осторожно. Нравилось очень сильный удар. Правильно в начале боя сказал, что это вес такой, в котором в каждом кулаке заложен динамит. То, что американский боксер остановился, это еще ничего не значит. Очень взрывной такой характер, и он может сейчас, так на первый взгляд расслабившись, вдруг активизироваться и нанести сильный, а может быть и решающий удар. Поэтому Андрей может быть очень внимательным, очень так, осторожно, на дистанции. Ну зачем вот пропускать такие вот удары? Совершенно спокойно мог он уйти от этого удара. Советского боксера.